Традиционная 21-я регата Куба Крыма по парусному спорту состоялась в эти июньские дни. Соревнования проходили на крутой волне, в сильный шторм, при солнцепеке, без ветрия, ночью. После первого этапа, а это 53 морские мили, прошла вторая гонка – Ялта-Прибрежная. Затем 21 крейсерская яхта вернулась в родную бухту, приняв участие в ночном дефиле. Ночью взяли старт из Севастополя на Артек. А это самый продолжительный – пятый этап – 66 миль. Пятый гоночный этап – Артек-Балаклава – 33 мили. И после шестой – заключительный этап – Балаклава-Севастополь – 20 миль. Труднейшие гонки в июне как никогда, так как погода вносила свои коррективы. Состоялось награждение. Среди крупнотоннажных судов победу праздновал экипаж яхты «Орион», капитан, мастер спорта Иван Гайворонц. В четвертой группе победу праздновал экипаж яхты «Майами», капитан, мастер спорта Андрей Кравчук. На втором месте флотский экипаж офицеров Черноморского флота с яхтенным капитаном, мастером спорта Валерием Зубковым. И на третьем яхта «Искра», капитан Александр Домов. В третьей группе судов по сумме всех гонок в кубковой регате победила яхта «Юнона», капитан Юрий Наумов. Среди 25 «Конрадов» во второй группе первое место у яхты «Нептун», капитан Константин Колобов. В первой группе победила «Лирос», капитаном, мастером спорта Владимиром Николаевым. Отдельные специальные призы. Голубая лента капитану яхты Алексею Резинкину, Майами. Его судно преодолело весь маршрут регаты длиной 226,5 морских миль за 56 часов 16 минут 12 секунд. А также кубок Ильи Ахомуша за победу на самой протяженной дистанции 66 миль Севастополь-Артек вручен экипажу яхты Майами. По традиции самому опытному морскому волку отдельный приз. Эдуард Фисенко, ему 77 лет, член экипажа «Искры». А также приз самому юному, 18-летнему Антону Росковскому, члену экипажа яхты «Кармен». Председатель гоночного комитета, мастер спорта Эдуард Юрченко и главный секретарь, арбитр национальной категории Александра Дедюхина из школы высшего спортивного мастерства отметили серьезную помощь экипажа военных моряков гидрографического судна 86 Черноморского флота. 21-я регата Куба Крыма 2014 проходила под патронатом командующего Черноморским флотом Российской Федерации. Вручены кубки, медали, призы, дипломы, а впереди участие в параде на День военно-морского флота России, всей парусной эскадры, города и флота. Владимир Милянский, Дмитрий Долгов, программа «Наше время».